Специалисты Россельхознадзора на плодово-ягодные деревья развесили феромонные ловушки. Такую процедуру проводят каждую весну в период цветения. Таким образом, специалисты профильного отдела ведомства выясняют, какие карантинные вредители летают в нашем регионе. Ведь главная задача – это своевременный мониторинг. Здесь мы развешиваем феромонные ловушки на вредителей плодовых культур. В частности, здесь яблоневый сад. Это восточная плодожорка и калифорнийская щитовка. Ловушки повесили временно. Через 3-4 недели специалисты вновь приедут, чтобы снять их.